еще чуть-чуть, и чай можно будет пить на балконе. Гляньте, какие у нас красивые сегодня тучи. У нас они всегда красивые. Но сегодня особенно. Наконец-то чуток распогодилось. Серо-голубое небо. И город все вокруг. Так, ну что, я сегодня дома. Кушать приготовила, пообедала. Занимаюсь своими делами. А завтра, похоже... Вот стоит очередь на мосту, да? Вчера я тоже там стояла в очереди. Может, кольцо нам откроют, а? Ля, что творится? Бедные люди. Это ж и там держат, и там держат. Не могут они эти работы ночью делать, да? Могут. Иногда делают, но не хотят. Весь мост забит. И там вся полоса. Вот так вот. Сенс Лунико Альтернато называется. Так, где-то у нас там что-то строят, какой-то супермаркет. То ли Эселунга будет, вот там на той площадке. В общем, непонятно, но что-то строят. Или типа Фюмары делают коммерческий центр. Что-то такое Луиджина мне нашептал, я толком не поняла. Потому что там строят и в той стороне строят. Там, наверное, будет супермаркет, а там, наверное, торговый центр. Что, ребята, скоро мой район превратится, знаете, в один из таких, ух, районищев. Везде все рядышком. Да. Я все думаю, как мне заняться огородом. Моя соседка поскакала. Она мне, кстати, тоже два места работы предложила. Я уже со счета сбилась. Наверное, штук 10 работ мне предложили. Но уверенность в завтрашнем не одна. Завтра должно пройти письмо по увольнению. И завтра или послезавтра мы с Мишель поедем синдикалистом опять. А вы помните, какой я кофе пила в баре? Ристретто. И сколько я его пила? 5-6. Я даже не считала, сколько чашек было. Но только с утра. В обед мне уже кофе уже не. А сейчас я просто пью кофейный напиток, можно так его назвать. Из-за чего? Из-за того, что его как бы больше, знаете, что воды просто пью мало зимой. Летом, да. Поэтому с утра скоро перейду вообще на американо, да. Ну, как все наши пьют. Практически все пьют американо. Собственно говоря, пока не приехала в Италию, я вообще кофе не пила, ребята. Я пила только чай. Кофе для меня стало открытием 25 лет назад. Вот сижу на диване. И как? Слышно в камеру мой голос? Потому что вчера кто-то написал, когда от камеры отдаляюсь, то звук становится очень тихий. Ой, надо уже, наверное... Микрофон купить, та не морочить, не собі, не людям. Ребята, 5:30 утра. Котлеты я сегодня жарить не буду. Вчера были днем котлеты, вечером супчик. О, вонючка прилетела. Откуда она? Тут в Италии их называют чимичи. Но сейчас их полно. На улице тепло, поэтому их полно. Сегодня такой важный день. Сегодня должно прийти и мне, и Мишель должны прийти наши письма об увольнении. Так что дожидаюсь письма. Если оно придет позаранку, то можно ехать до синдикалистов. А если оно приедет попозже, то придется выезжать завтра. Завтра пятница, еще есть время. Потом вам расскажу, как это все начисляется. Потом с понедельника у меня ИЗ,
Я раньше вот это фолио ИЗ, декларацию о доходах делала, понятно. А фолио ИЗ это как бы на каждого члена семьи распределение дохода на каждого члена семьи. Вот. Я его никогда не делала. Я считала, что у меня ИЗ высокий, и мне ничего не светит, и напрасно я так считала. Потому что ничего, он не высокий, и в прошлом году ИЗ у меня составил 9100 с чем-то там с копейками. Вот. И что было положено? Вот зараза. Ты ж летай, но не воняй. Не знаю. Так вот, пришло мне письмо, вчера, кстати, пришло письмо, что мне по моему ИЗ положен бонус на газ. Почему я не пользовалась скидкой? Тем более, что у меня жила куча людей, а там не только на газ. Я не знаю, придет ли письмо на свет, но по идее, причем в прошлом году, в 23-м, у кого ИЗ было до 15 тысяч евро, положена была скидка на свет и на газ. Там какие-то деньги, я помню, что Тереза говорила, о, а мне вернули там прямо в платежке, к тебе приходит и какая-то сумма считывается. А я платила все по полной программе. Никто мне ничего не считывал. То его засчитали с прошлогоднего ИЗ, не знаю, как оно будет сейчас работать. И вот когда я сделаю новый, я думаю, оно уже будет чуть-чуть выше, но 3 месяца до 15 тысяч еще будет считаться в этом году. Потом все меняется до 9300, по-моему. Если у вас 9300, то вам будут идти бонусы. Если у вас выше, то нет. Если 4 члена семьи, то до 30 тысяч должен быть этот семейный доход. Ну, в общем, как-то так. Так что, кто живет в Италии, интересуйтесь, потому что там идут скидки на школу, на столовую детскую, на очень много на что. И опять в этом году обновили карта Спеза, бонус Спеза. Ну, в общем, на покупки, на продукты питания. Мишель в прошлом году получила, и сейчас она сделает и за в этом году, и опять она получит. Тереза нет, потому что у нее один ребенок. Это у кого двое и более детей, тоже как-то так. Непонятно, как они все это считают, но просто надо обращаться к государственным структурам и все это просчитывать. Мне раньше, честное слово, заниматься этими делами как-то не было времени, не было мысли, знаете. Встал, оделся, побежал на работу, отработал. Прибежал до дому, что-то поделал, туда-сюда уже день прошел, и вот так вот, и вот такая канитель каждый божий день. Так что даже и мысли в голову не приходили что-то делать, потому что у меня ездить по инстанциям вообще не было никакого времени. Сейчас чуть-чуть времени появилось, сейчас я допью кофе, приму ванну, умоюсь, конечно же. Ванной. Посмотрю, какая там погода за окном. Погода весенняя. Пора заниматься огородом. Надо грядки свои. Ой, грядки. Дерево погнило, все погнило. Надо их срочно, срочно поменять. У меня срочно это так. Кон кальм. Я ж уже как итальянка, никуда вообще не спешу. Какую-то масочку на морду лица чешу. Нашла вот эту, не буду сейчас поруюсь, у меня тут масочек всяких разных. Вот эта больная масочка, эту я не буду. Ее так больно сдирать, что ну ее нафиг. Так, это надо. Это патч. Где-то есть и маски. Тоже черные.
Так все Алёнины фирмы. Так, это и это. Это одно и то же. Если одно и то же, то не буду. Сейчас еще поищу. Вот здесь еще белое, наверное, сделаю. Комплекс белый. Здесь еще зеленый чай. Начать с зеленой. Да, наверное, давайте с зеленой. Знаете, как я читаю, как пользоваться такими масками? Делаю фотографию, увеличиваю и смотрю. Значит, один лифтинг эффект, второй. В общем, я уже забыла, что это. И третий крем. Маска из трех составляющих. Так что сейчас пока буду валяться у ванной. Буду омолаживать свою морду лица. Первая маска. Прозрачная, клеевая. Надо 15 минут подождать и потом эту пленочку всю вместе снять. Может так и оставить, а? Блестит. Все блестит. Не буду снимать. На руки тоже наношу. Она какая-то такая, знаете, как гиалуронка. Он говорит, что зеленый чай. Вот так вот делаю. Раз, раз. На шею, на руки. Все, ребят. Третий этап завершающий. Наносим кремчик. Знаете, сколько времени прошло? Это уже больше часа. Як я оце колдубасюсь. Колдуй, баба. А шо, делать нечего. Запах очень приятный. Родители, девчата с Херсона привозили. Я себе вместо бриошиков сейчас устрою завтрак вчерашними рыбными котлетками. Они получились очень вкусные, очень сочные. Сейчас намажу кусочек хлеба какой-то сырной намазочкой. И вот так, вот такие вам бриоши. 9 утра, я уже завтракаю.